сентябре 1941 года началась одна из самых черных страниц российской истории. Гитлеровские войска замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда, отрезав его от снабжения продуктами на 872 дня. В результате жители начали голодать. Часть ленинградцев удалось эвакуировать по дороге жизни. Алтайский край и Барнаул, в частности, стали на время новым домом для нескольких тысяч ленинградцев. Среди них было и более 4000 детей. Истощенных больных их распределили в основном по селам Алтая, откармливали, лечили. Увы, некоторые были настолько слабы, что им не смогли помочь. Но те, кто выжил, потом долго вспоминали алтайское гостеприимство и заботу. 21 июня 2019 года в сквере на улице Ленинградской состоялось открытие памятного знака, посвященного ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, освобождавшим северную столицу. Так наши города, и без того связанные многими нитями, стали еще роднее и ближе. В сентябре 2017 года случилось то, о чем так долго и уже не надеясь мечтали барнаульцы. А мечтали они, в числе прочего, о пешеходной улице. В разное время перекрыть движение намеревались то на улице Ползунова, то Анатолия. В итоге выбор пал на Малотобольскую улицу, расположенную в центре старейшего в городе рынка. Торговля здесь процветала аж с начала 19 века. Улицу вымостили плиткой, поставили фонари и лавочки, высадили деревья. Здесь проходят народные гуляния и уличные концерты, отчего эту часть Малотобольской уже прозвали в народе «Барнаульским Арбатом».